Как тремя дамками поймать дамку с шашкой? Допустим, шашка на А3. Тогда нужно поставить дамки на А1, А5 и А7. И строим петлю. Теперь идем А1, Е5. Ничего не остается, как шашку отдать. И теперь строим треугольник Петрова. Это нужно сделать за 15 ходов. Ну, мы уложимся быстрее. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также не забудьте нажать на колокольчик.